Добрый день. Видеообзор на приставку PS2. Потертый, конечно, время призма. Есть один джойстик оригинальный, один неоригинальный. И оба джойстика работает. Информация о версии системы. Также. Они не приходят, ни смс, ни телефоны, ничего не приходит. Нет, у вас есть, у вас же договор есть на руках? Что-то не написано? Не знаю, что. Но в договоре указано срок прописан, сумма прописана. Так, подключили диск. До какого и сколько не высоко. Закрутится. Если вы не успели, к сожалению, не успели. А там эксперт просто это, лучше на кассу отправить, пускай уточнит. А вернуть его как-то можно? Ну, если он еще на витрине, то можно. Он на витрине? Нет, вон там же стоит в коробке какой-то пентекс или какой-то. Это... А, это этот. А и как что? А как давно? А вы уверены, что он у вас уже прошел? Что, срок прошел? Когда у вас последний день? Да, прошел. Давно прошел? Да. Значит, очень давно уже продали. Если на данный момент на витрине нету, то, к сожалению, даже и... А вы даже не заметили, Женя? Нет, 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 нет. А почему он не получается? А зачем? Ну, не знаю, других ломбардов какой есть. Ну, не вообще. Ну, как там в договоре же написано? Ну, можно просто договор посмотреть? Я просто что-то тоже не припомню. А, по решению. Что там? А, то, что, да. Что... Может быть, у вас есть какие-то данные о том, какой аппарат был, какой был? Может, можно эту информацию?